Ну а сейчас к печальным известиям. Скончался известный спортивный комментатор, ветеран, журналист Рабат Джанибеков. Родился он в 1942 году в Казыгурском районе Туркестанской области. Свою жизнь посвятил казахскому телевидению. Рабат Джанибеков карьеру начал в 1973 году в качестве комментатора. Его первая трансляция – матч между командами «Кайрат» и «Торпедо» на чемпионате СССР по футболу. Он был наставником для многих комментаторов, известных в спортивном сообществе. Выражаем соболезнования родным и близким.